Здравствуйте, добро пожаловать. Сегодня его 45-й матч за национальную команду. И Алисон Смит помогаются и вряд ли будут часто взаимодействовать, но тем не менее. В центре под и Габриэл Барбоза под номером 21 на сборы перед этими отборочными матчами. Но вот только один из них попал в сторону Эквадора. Она сейчас обороняется, и атака бразильцев выглядела. Казимиро. Паш штрафной специалист. Последним местом работы которого, до того, приличным международным опытом, он судит континенталь. Энер Валенсия в атаке. Густаво Альфаро тренирует сборную. Вратарь Домингес сильно выбил мяч. Но успевают подрастерять в начале. Неймар в атаке. В Интере он не заиграл. На него, в общем-то, там Эдуард Пресиадо. И поучаствовал в развитии атаки. Мяч уже на левом фланге. Оттуда подача. Это всего в двух матчах. Задержали. Ну, а Неймар, мы видим, в порядке. Он играет. Подача с фланга. Просто очаровал яркой, стремительной игрой в атаку. Эквадор пропускает пока в этом отборочном цикле. Но вот куча такой сверхвысокий прессинг. Уже буквально в пределах штрафной площади места в истории этой национальной команды по количеству голов. Трицар Валенсия получает удар. Валенсия — такая конфигурация. Если ты не знаешь, что делать и катишь только в 29 лет, я говорю, всего, ориентируясь на рекорды, в частности, Неймар навешивает. Опасно! Вот сами считайте, это можно ли это уже забивал в этом отборочном цикле. Алина Боледа. Лукас Пакета. Передача. Габи Гол. Прострел. Минувшей отборочной кампании обыграли Эквадора. Сейчас Габи Гол. По сути, 4 года это мена. Смело пошел. Там три соперника были рядом. Лукас Пакета. Сыграл с Неймаром. И того, там под 8 номером атакует Винти Неймара. И не добираясь до мяча. Нарушил правила. А бразильцы выполняют штрафной. Неймар навешивает. Дальний фланг. Передача. Там Александро. Пресиадо атаковал Александро. И видите, точка первая. Желтая карточка. Она прилетела Анхелу Пресиадо. Жат у них колени. Нет, просто бразильцы перекрывают направление возможных передач. Нравятся на такое эквадорские защитники. Средств. Бразильцы снова прессингуют. Данило. Лукас Пакета. Дело Аргентины. Вот свои 58 лет это всего. Говорил уже за 30. Образующий футболист. Фред из Манчестер Юнайтед. Еще одна пауза и опять тянется за желтой карточкой арбитр. И на... Подача. Эступиньян. Головы поднять. Но мяч сохранили. Ступиньян. Либертадорес. В прошлом сезоне. Вроде эквадорцев свободно. Прострел. Опасно. Голепно поддержал ее. Данило. Рассчитан. Все ли там было по правилам? Есть сомнения. О, кстати, прилично играет в воздухе. И Казимиро тоже. Итак, Неймар. Ох ты. Чемпионский арсенал матчей в годы выступлений за Парисом. Думаю, что ему это уже порядком надоело, но повторять еще и потому, что не хочу накаркать. Не хочется. Те игрового времени все-таки не создавали, обхоршился на газоне от боли, но приходил в себя, отказывается играть на домашнем Кубке Америки. Действительно. Но это Казимиро. Это дела ближайших дней и к чемпионату мира, который он защищает. Первый номер на футболке у Первиса Ступиньян. В средней линии под номером 13. Неймар падает в штрафной зоне отборочного турнира к чемпионату мира. Да, действительно, команда в южноамериканской отборочной зоне, которую набрали эквадорцы. Далее по 7 очков имеют, мягко обрабатывает мяч. Но мягко-то мягко, но в момент
Ну, проехали, как говорится. В тот вечер он вообще не вызван в сборную Бразилии на... Подстраховал. Передача. Отлично. Ришарлисон. Падает. Штраф. Ну, наверное, не фалил. Ну, говорят, на воле шапка горит. Сразу замахал руками. Данило. Увидел перед собой Энер Валенсия, капитан сборной Эквадора. Но сейчас желтуйковая Энер Валенсия продолжает атаку. Пас штрафной. Это Валенсия. Опасно! Удар Анхелов двумя эквадорскими защитниками. Просочиться не получилось. Снова Неймар. Неймар, передача. Фред. Ему не показать. Но, я бы сказал, больше мучаются пока, чем играют. И Лукас Вериссимо тоже получил травму. Футболист, который в этом способен, он вновь показать себя, проявить себя. Тут же Неймар. Он с мячом. Ришарлисон. Ришарлисон в ближнем матче этого отборочного цикла. Ну а Неймар отдает голевой пас. Уже свой третий в активе Неймара. А Ришарлисон сделал очень большой. И я говорил, что левые фланги, конкретно Ришарлисон и команду. Да, вот он вместо Кресьяно. Вышел на вес, удар по воротам, на виде. Вот Джезус, Габи Джезус, штрафной удар. Завершить свою пользу Габи Джезус. Очень активно вошел в игру. Габи гол. Моменты, Габриэл Джезус. Ну, а вратарь направите между ног голкиперу. Тогда Ришарлисон ему пасовал пример. Габи гол в сегодняшнем матче. Неймар. Угол уже острый. Догнать мяч. Удар по воротам. И, по-моему, мяч скорее в зону туда направлял. Понятно, что кто-то от вратаря Ришарлисон и... для своего партнера создает. Ну, а Габи гол, а потом накрыли. Вот удар. Лукас Пакета. Рикошет. Мяч укрыл от соперника Габи Джезус и Анхело. Ставь пенальти, не имеешь права. Удар. И 1-0 счет прежний. Ну и что? И раньше времени вбежали эквадорцы. Удар. Это его четвертый гол в этом отборочном цикле. Неймар. И Бразилия забивает таки не мытьем, так катанием свой второй.